Ну что ж, здравствуйте. Сегодня праздник Ураза-Байрам. С праздником Ураза-Байрам. Алексей Константинович пьет пиво. И сегодня мы делаем плов на улице. Вот первоначальная подготовка у меня прошла. Лук, морковь нарезала. Олеся купила жир, как ты мне и сказала. Но это не курдючный, но бараний. Курдючный, представляешь, 700 рублей килограмм. Баранина. Будем делать плов с бараниной на ребрышках. Барашек молодой, молоденький барашек, поэтому жир взяла бараний, вот чтобы, ну, баранина все-таки должна быть жирной. Так, что еще? А, рис замочила, рис бальдон, ну, его можно, конечно, не замачивать, просто я его это помыла уже. Это рис бальдо, не камалина, а бальдо. Рита свой блог проводит. Вот, и этот рис, он специально для плова. Конечно, камалина, он даже лучше, чем бальдо. Но бальдо тоже, он не слипается, и плов должен быть отличный. Так, быстренько покажу, что тут дальше. Быстренько. Ну вот, по пути купили заборчик для моего цветника. Потом лайфхак. Вместо кашпо цветочного купила тазики 10-литровые, которые стоят 37 рублей. И петуни вполне... В них очень даже хорошо смотрятся. Сделали дырочки, отверстия для дренажа. Вчера мне Алексей Константинович поставил вот такую бочку. Одну бочку мы уже сожгли. Это было давно уже. Мы жгли там дрова. И вот теперь новая бочка. Толстостенная. Металл очень хороший. Дверки сделаны на совесть. Будем там жечь. Так, здесь у меня для плова лежит приправа, соль. Чеснок, масло подсолнечное, шумовочка. Здесь у меня импровизированная печь. Но печку мы такую капитальную не смогли сделать еще. Не успели просто-напросто. Поэтому такая импровизированная печь для казана. Так, сейчас я вот нарежу лук, морковь. Потом будем зажигать. Вот здесь у меня как раз куча убралась дерева. Прям цветник очень хорошо. Но потом по ходу, как освобожусь, буду вот эти заборчики ставить. Уж очень мне хочется, потому что затаптывается. И вот Алексей Константинович сегодня, по-моему, стриг. Нет, астильба стоит. Я переживала за астильбу, что она у меня ушла. Ну нет, нормально все. Ну ладно, все, начинаем делать плов.